Так, ну вот дождался я вечера, и вот мои голуби. Как я и говорил, что у меня начнутся проблемы. Вот они сидят, спустились вниз, пожрали, выскочили наверх. Голуби, вот голубка куция белая сидит на яйцах. Она хочет и в эту будку прилететь. Вот она срывается. Вот она. Хочет и домой на яйца, хочет остаться и в голубятник. Вот они срываются, вот они пошли. Они не могут определиться, куда же им ночевать пойти. Вот они срываются, пошли в лед. Мраморная полетела. Черный он, кувырк-мувырк. Вот так вот. Запутал я им все мозги, своим голубям. У черного вот она, черный, с подперенным хвостом, мой выводной, тоже яйца. Голубка на яйцах сидит. Вот он мечется, то ли в эту ему будку пойти, то ли спуститься. Мраморная вообще куда-то дернула. Вот куция спускается. Вот такой вот короткий ролик. Этих уже, эти в принципе выходили все, ну один перка у меня молодой, новый, куда-то дернул, ушел. Так, вот она мраморная прилетела, мотается туда-сюда. Голубка тоже сидит. А нет, это у этой голубки дети. Вот она спарована с белястым. Вот она мечется, не знает, куда ей деться. Знает и старую голубятню, а в новую тоже хочется, но никак. Вот такие вот проблемы. Как я и предполагал. Ну вот, дождусь уже вечера, куда они денутся. Начнут сейчас темнеть. Лишь бы дождь не пошел. И надо будет со старой голубятни выбирать голубей. Вот черный тоже вот мечется, вроде бы и хочет и сюда. Вот оно. Надо голубки идти на яйца. У мраморной тоже, у мраморной с белястым первые самые на яйца сели, уже вывели детей. Вот они вот мечутся и не знают, куда им пойти ночевать. И куция здесь же ходит. Голубь сидит на яйцах. Пора менять время. Почти 6 часов вечера. Вот они, бедные, думают, где им ночевать. Так. Ну, в принципе, и все. Вот то, что я хотел показать. Все свои проблемы. Эти уже вон, в основном все попрятались. Несколько штук осталось в вольере. Эти думают. Ну, видео не буду делать длинным. Но это затянется, видимо, надолго. Не знаю, кто-то из них долетит до новой голубятни или нет, на яйца или к детям. В будке уже все там попередрались, бои без правил. Голуба поприлетали, все узнали, все свои гнезда поотбивали, в общем, набили морду всем. Вот такие вот дела. Так. Ну и вот, вот такой вот вечер 2 июня. Ну, будем бороться с этими голубями. Ну, как-то вот так. Ну все. Всем удачи, всем пока. Будем надеяться, что
кто-то, вот они все равно мечутся, вот белые вылетают, и куция, вот она под навесом там сидит. Она и в будку вылетает, туда-обратно мечется, а яиц-то нету. Вот мраморная выскочила. Вот так вот голуби немного мучаются. Куда им полететь ночевать? Привыкли к той голубятне, яйца дети. Ну, и вспомнили старую голубятню. И все на одном кругу, грубо в одном огороде. Все находится. И вот они думают. Вот такая вот птица. Птица не совсем тупая, но как-то так. Вот такие проблемы. А вот еще один белый. Вот он. Вот он прилетел. Один белый прилетел. Вот он срывается, постоянно уходит. Это из новых. Видимо, вольерный. Ух ты, кошки. Кошки дерут друг друга. Так, ну, в принципе, все. Этот вот новый, вон он туда сел. Я думаю, он уже мотается, наверное, часа два. А вот перка молодой пескуненок куда-то урвал. Вот, блин, эти кошки, а. Ну все, буду смотреть, что будут делать голуби. С одной стороны, интересно за ними наблюдать. Вот и голубь черный, вон мечется, подперенный. Тоже на яйцах с мраморной голубкой сидит, мой выводной. Вот, и как бы и зайти ночевать в голубятню, или прилететь сюда. Вот у них, вот они срываются, вот у них есть выбор. Так, вот. Хотят. Вот один бы сел бы на антенну и начали бы слетать туда. Вот они знают этот круг, знают. Вот они, бедные, крутятся. Так, белый. А белый этот пескуненок, все, вот он сел на антенну. Белый сел, хочет в голубятню. Это из молодых прилетел. Это мой выводной. Я надеюсь, что он потянет и вот этих старых пердунов. Так, черный пошел. Опа. А, тоже молодой. О, и белый сорвался. Вот дурака. Вот так вот. Вот такой геморрой я себе заработал. С новой голубятней. Вот так. Голубям пора бая-бая спать, а они вот мечутся туда-сюда. Вот этот еще уродец, походу, тоже вольерный. Не знает, куда ему приткнуться. Ну вот, как-то так буду наблюдать. Вот мраморная очень хочет домой. У нее дети. Так, ну все, вот такое вот видео. Уже, в принципе, попрощался и болтаю. Ладно, всем удачи, всем пока. Буду смотреть, как будут голуби себя вести. Полетят ли они в новую голубятню или нет. Ну, если что, завтра расскажу. Завтра еще у меня выходной. Голубей опять же открою. Все, уже хватит им сидеть в голубятне. Лучше пусть их сокол сожрет, чем в голубятне они подохнут, заболеют. Вот куция. Куция мечется. Вот она. Вот эти все голуби с новой голубятни. Вот они думают, куда бы им заночевать. Так, ну ладно, все, уже 10 минут, все,
Всем удачи, всем пока.